Нефтетрейдинговая компания «Гунвар», часть акций которой ранее принадлежала российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, назвала слухами информацию о расследовании прокуратуры США в отношении Тимченко и компании. Ранее СМИ распространили информацию, что американскую прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания «Гунвар Групп» покупала нефть у Роснефти, а затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок. Якобы есть подозрение, что Тимченко отмывал деньги через финансовую систему США. Сам Тимченко и Роснефть отказались давать какие-либо комментарии.